Добрый день, уважаемые любители футбола. Молодежная футбольная лига вас приветствует. Сапсан Арена и девятый тур, матч между командами Локомотив Чертаново уже у нас стартовал. С вами комментатор Александр Шапира. Подача, смотрим, опасный момент и гол! На третьей минуте 61-й номер команды Евгения Лукиных забивает мяч. Локомотив выходит вперед. Мы даже не успели посмотреть статистику, еще на каких минутах чаще Локомотив забивает. Но по возрасту, по опыту мы видим, что пока по первым минутам этого сказать нельзя. Вот сейчас опасный момент, удар по воротам. И выручает здесь, выручает Матюнин. Статистика по ударам 3-1. Ну, в общем, много всегда различной статистической информации. А сейчас опасный момент. И еще одна возможность у железнодорожников удвоить результат. Но еще матч. Удар по воротам. Болельщики Локомотива. Не так много их на стадионе. А вот сейчас ошибка. Смотрите, смотрите, какой момент. И гол. 1-1. 1-1. Ошибку эту использовали гости. И вот как раз сейчас, сейчас хорошо слышно болельщиков Чертаново. А то они приуныли там за воротами. Но сейчас они, видите, как. Перерыв. Ничья 1-1 в матче 9-го тура между командами Локомотив и Чертаново. Некоторые команды уже сыграли, кто-то еще не начал. А вот Чертаново идет в атаку, и это опасно. Удар по воротам. А знаете, этот удар немножко напомнил мне тот удар, который был Локомотив продолжает атаковать. Удар по воротам. Мы только что с вами увидели такой плотный удар в исполнении. Вот сейчас хороший момент. Удар по воротам. Уже так близко, надо сказать. Но вот, ну, а Локомотив намерен сегодня выиграть. Намерен подняться в турнирной таблице. Ну и при всем этом продолжить свою победную серию. Но пока Чертаново в атаке. А сейчас опасный момент. Удар по воротам. Вратарь выручает. Вновь ошибка в обороне. Опасный момент и гол. Вот видите как. Две ошибки в обороне Локомотива и два пропущенных мяча. Вот так вот. Вот так вот Чертаново забивает на 80-й минуте. И скоро будет уже свисток. Последние секунды. Удар по воротам. Мяч забирает вратарь команды Чертаново Николай Жужнев. И на этом все. Звучит финальный свисток. Итак, Локомотив Чертаново 1-2. Матч комментировал Александр Шапира. Но мы с вами не прощаемся. Совсем скоро услышимся на послематчевом интервью.